Первая игра в сезоне между двумя принципиальнейшими соперниками. И я уверен, их противостояние продлится еще много-много сезонов. Бекнат Илдерасу в должности главного судьи на этой встрече. Может, много вариантов при ауте. И по вертикали атака развивается, не через центр. Ух, какая борьба плотная. Куда улетел? За пределы поля. А это даже можно назвать и стыком. Нет. Мехмед Эльдерас фиксирует нарушение правил. Посмотрим, как насчет более серьезных Каким защитник не сумел. Первый удар по мячу во втором тайме. Будем смотреть за изменениями в игре. Будут ли они? Насколько команда отрабатывает и тренировку угловой удар. Из-за боковой линии. Продолжаем борьбу. Джером Бартон. Это аут, господа. Well, that's... Как часто сегодня мяч подается теми и другими согласованиями. После этого жесткого отбора мяч переходит к сопернику. Чесовко. А здорово, согласитесь. Одна передача, другая, третья.